Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Уничтожены бронеавтомобиль, БМП, 4 опорных пункта, поражены скопления живой силы противника. Также нанесено огневое поражение по противнику в районе Старомайорского. Уничтожены несколько единиц автомобильной техники с боевиками. Минометным огнем уничтожены две разведгруппы противника северо-западнее Приютного. Артиллерийским огнем уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10 ВСУ» в Антоновке, склад боеприпасов в Константиновке, два опорных пункта националистов севернее Никольского, боевые бронированные машины с боевиками в районе Зеленого поля, а также станция контрбатарейной борьбы производства США в районе Никольского. Авиацией поражены места скопления живой силы техники ВСУ в районах Великой Новоселки, Старомайорского, Урожайного. Расчетами зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «ОСА» сбиты два БПЛА самолетного типа «Фурия» и один «Валькирия». Военнослужащие группировки войск «Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Командир артиллерийского взвода мотострелковой бригады группировки старший лейтенант Марат Асанов в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению объектов противника на одном из участков южно-донецкого направления. В ходе боев артиллеристам под командованием старшего лейтенанта Асанова под непрерывным огневым воздействием украинских войск удалось вывести из строя два артиллерийских орудия ВСУ, а также уничтожить расчет автоматического станкового гранатомета и свыше десятка националистов.